Привет, друзья, и это второй выпуск второго сезона, второго выпуска, второй трек. Боже, что я говорю! Я вам говорил в первом своем видео, вот недавно, которое вышло, то, что новая маска, белая, доктор, белый, вау, это что, это девушка? Я не знаю, что со мной происходит, я хочу уже посмотреть, погнали. Я ждал этого неделю, ну давай, покажи мне! Мощь этого шоу. Ты же девушка, да, по-любому? Ну не может быть мужчина в белом костюме. Или может? Да, это женщина. А, у нее еще ресницы. Ну блин, ну камон, я должен был догадаться. Ну потому что издалека не видно. Это интересно, кстати, мистер Тим. Ну, она, кстати, изменена. То есть, по-моему, у того шляпа была намного больше, что ли, или она была. I'm fine. Это что сзади такое? Это... Вау! Опять желтые прожекторы. Ну это шикарно. А что сзади? Это напоминает мне Доктора Стрэнджа. Вот эти вот все иероглифы. Прикольно выглядит, кстати. Очень неплохо. Ну... Знаете, может сказать одно, что второй сезон никак не скатился. То есть... Он буквально на уровне первого, это хорошо, обычно бывает наоборот, но... Как же они наваливают, вау! Красиво. Ну реально, напоминает ли Доктора Стрэнджа, вот когда я смотрела, да вот, ну по-любому, ну это, блин, Доктор Стрэндж, ну ё-моё. Ну даже, мне дышать сложно. Я настолько волнуюсь, когда это записываю, ну я жду, ну я реально неделю ждал, я опять не обломался, я думал, будет хуже, нифига не хуже, это офигенно просто. Вау. Он даже, так сказать, ведущий жюри встал, то есть он никогда не вставал до этого. Я вижу другого участника. Фиксирую. Голос шикарный. Она может повышать его до такой степени, что, ну, вообще невозможно. Так ну, это лучшее выступление! Лучшее выступление! Блин! Вау! Огромное спасибо за просмотр, если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий, я читаю все комментарии, если здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям, ведь это не сложно. Да.